Я думаю, что идет, конечно, гражданская война, к сожалению, не без вмешательств других государств. Честно, очень страшно за людей, потому что, допустим, у меня там живут родственники, которые, если раньше говорили, что все это накручивается телевидением и СМИ, то сейчас уже признают, что действительно страшно выходить на улицы, введен комендантский час, нет работы, обвал курса. То есть люди не знают, на что жить, и главное, когда все это закончится, потому что, допустим, из наших родственников, да, все ну, мы родственники, мы не можем по-другому, мы друг друга любим, и все боятся, потому что сейчас, допустим, мой отец был лишен возможности прилететь на день рождения к своему отцу, и неизвестно, когда это будет возможно, и будет ли у него возможность вообще пообщаться с ним вживую, потому что, конечно, возраст уже серьезный.